Средняя школа номер 2 станицы Преградной была построена аж в 1913 году и является старейшей в этом районе. Сегодня тут обучается более 400 детей, и, конечно же, каждый из них посещает уроки физкультуры. Вот только, к сожалению, здешний спортзал уже давно пришел в аварийное состояние и срочно нуждался в капитальном ремонте. И вот 2 месяца назад специально созданная комиссия республиканского Минобра приняла решение о масштабной реконструкции помещения. В настоящее время сейчас происходит замена электропроводки. В дальнейшем будут меняться окна, более современные, распашные, которые требуются именно для спортзала. Замена пола, потому что пол, к сожалению, пострадал во время прошлогоднего наводнения. У нас здесь было очень печальное событие, поэтому мы не можем гарантировать, что это выдержит, такие пол может выдержать в дальнейшем нагрузки, которые в спортзале происходят. Помимо прочего, в планах строителей полная замена батареи и освещения, а также ремонт потолка и косметические работы, которые они планируют закончить к началу учебного года. Если обратите внимание, в спортзале практически нет никаких спортивных снарядов, потому что крепить к полу спортивную ту же перекладину, брусья, канаты ложить опасно, потому что пол пришел в негодность, он стал ветхим, шуруп закручиваешь, он выкручивает. Педагоги школы во главе с директором уверены, что новое помещение простимулирует учеников к занятиям спортом и замотивирует их к участию в спортивных соревнованиях. Дети не только будут с большим удовольствием, и я буду с большим удовольствием ходить и больше буду отдавать детям, чтобы они выросли здоровыми и физически крепкими. Потому что в последнее время, если на протяжении долгих лет работаю уже учителем физкультуры, и знаю, что сегодня очень много детей, которые по состоянию здоровья не могут заниматься физическими упражнениями в полном объеме. И мы вынуждены корректировать наши уроки с тем расчетом, чтобы эти упражнения были доступны всем. Ремонтные работы в спортзале начались всего неделю назад и будут идти во время летних каникул. Ну а уже 1 сентября обновленный спортзал распахнет свои двери для своих учеников. Мадина Лайпанова, Назир Капышев, Архыз 24.